Всем привет! Сегодня 18 февраля. Тепленький денек. Я вот открыл рассадник, чтобы выпустить теплый воздух из него, так как большая температура в нем не нужна. Ну и на данный момент температура 22 градуса. Напомню, 22 градуса. Такую температуру я держу днем. Ночью температура 17 градусов. Тепловую пушку я выключил, так как она сейчас не нужна. Немножко сэкономим электричество. Ну, досветка работает стабильно. На сегодня это 16 часов. Вот. Вот такое состояние огурчиков. Как мы видим, растет первый листок. Вот таких вот он размеров. Отличается чуть по цвету от семидолек. Так, вот меня спрашивали за этот приборчик. Вот так этот прибор показывает pH почвы. Вот 7. Показывает точную температуру грунта 23 градуса. Влажность и освещенность. Итак, сегодня я буду делать опрыскивание рассады. Сегодня я буду производить опрыскивание препаратами Мегафол и Плантафол 105410. Мегафол, дозировка 15 миллилитров на 5 литров воды. И препарат Плантафол 10 грамм на 5 литров воды. Сейчас я их замешаю в баковую смесь и начнем опрыскивание. Проводим опрыскивание. Хорошо опрыскиваем все листочки. Ну вот, я произвел опрыскивание листочков семидолек. Хорошо опрыскал их. Ну все, на сегодня это все процедуры. Всем спасибо за просмотр. До завтра.